ты еще откуда? Твое упорство принесет тебе только разочарование. И все же ты настаиваешь. Ну хорошо, можешь войти. Да, я тот, кого ты ищешь. Твои усилия тщетны. Все уже началось. Но те, кто прислал тебя, не сказали, что они ищут. Не сказали, что ищешь ты. О да, и потому ты ищешь меня, хотя еще не знаешь зачем. Как и иные до тебя, ты слепо идешь по пути к своей гибели. Талмарец тоже приходил искать ответы, не зная, что они принесут ему беду. Твой путь сейчас идет по его следам, но ты опоздаешь. Он зовет себя Анкан. Он ищет знания о Боге, но найдет нечто совсем иное. Ваши пути со временем пересекутся. Но сначала ты найдешь то, что тебе нужно. Те, кто помогают тебе, хотят узнать больше об Оке Магнус. Вы хотите избежать катастрофы, которую еще не почувствовали. Чтобы смотреть сквозь Око Магнуса и не ослепнуть, тебе нужен этот посох. Теперь события быстро приближаются к развязке, так что поспеши. Передай это знание своему архимагу.
услуги по зачарованию предметов. Я точно не знаю, что произошло. Является монах из Ордена Псиджиков спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. Он только о тебе справлялся, ничего больше. Очень странно. Правда? И что же это? Прости, что? Ну, мне бы, конечно, хотелось иметь такой могучий посох. Но я не уверен, что кто-то из нас найдет ему практическое применение. А ты откуда знаешь? Правда? И он сказал именно про посох Магнуса? Я поражен твоей расторопностью. Конечно, кому-то теперь придется заняться этим вопросом. Мне нравится твой настрой. Продолжай в том же духе и сделаешь отличную карьеру. Посох Магнуса — нечто совершенно особенное. Такая древняя вещь. Не знаю даже, случалось ли нам раньше находить предметы такого масштаба. Кажется, про посох недавно говорила Мирабелла. Попробуй спросить у нее. Знаешь, мне нравится, как быстро ты учишься. Ты не просто ученик, и это уже всем очевидно. Молодец. Эта вещица некогда мне очень пригодилась. Надеюсь, она исправно послужит и тебе тоже. Надеюсь, Мирабе может найти посох. Если возникнут проблемы, обратись ко мне. Странный вопрос. Почему ты хочешь это узнать? Понятно. Да, возможно, так, хотя я не понимаю, что, по его мнению, должна тебе рассказать. Несколько месяцев назад сюда заявились члены Синода, и я рассказала Архимагу, что они его ищут. Они определенно думали, что мы его прячем где-то у себя в шкафу. Маги из Сиродила. Они последние несколько сот лет строили из себя имперскую коллегию магов. Насколько я понимаю, они только изображают бурную деятельность и выпрашивают подачки у императора. Много политики, мало магии. Я очень удивилась, когда увидела их у нас на пороге. Они были очень вежливы, но их расспросы меня обеспокоили. Стало понятно, что они охотятся на могущественные артефакты. Ищут то, что может способствовать укреплению власти. Никто из нас не знает. Синод, похоже, убежден, что он где-то в Скайриме. Они расспрашивали про руины Мзулфта, но больше я ничего не припомню. Похоже было, что они собирались туда отправиться, хотя и не сказали, зачем. Полагаю, если ты намереваешься отыскать посох, они могут все еще быть в Мзулфте, но не жди от них помощи. Я не знаю всего. Его создал для себя сам Магнус, если ты веришь в подобные легенды. Припоминаю, что слышала, будто это единственная вещь, которая могла вмещать его силу. Своего рода преувеличения, которыми часто приукрашены истории магов древности. Никогда я не думал заняться чем-то другим.
гномий город? Поверить не могу, что они так его запустили. Кристалл исчез. Найди Парата в акулатории. Что там? Готово.
хочешь знать? Хорошо, что я доверяю своему службу.
Хорошо, что я и своему... Хорошо, что я доверяю своему слуху. Откуда?
Что там? А ты еще откуда? Кто там?
А ты еще откуда? Это ты? Я почти потерял надежду. Сейчас открою. Что за... Кто ты? Где Гав... Что ты тут делаешь? Что случилось с Гавросом? Это все фалмеры, не так ли? Чтоб их! Они все испортили. Если Гаврос погиб, надежды нет. Он должен был вернуться с кристаллом. Без него все наши усилия, считай, пошли прахом. А ты, если ты охотишься тут за сокровищами, знаниями или еще чем-то, боюсь, зря тратишь время. В первый раз он не сработал. Я пытался сказать Гаврусу, но он не стал слушать. Сказал, нет, не настолько холодно. Ну и я оказался прав, не так ли? Когда мы сюда пришли, фокусировка была совсем неправильная, искажена из-за холода. Гаврусу пришлось тащить его обратно в Сиродил. А мы остались здесь отбиваться от проклятущих фалмеров. Это была гениальная идея, честно. По большей части моя, но все почести достались Гавросу. Но это секрет. Официальное дело Синода. Я не могу об этом говорить. Я здесь по официальному делу Великого Совета Синода. Это все, что тебе нужно знать. Я у тебя тоже могу спросить. Зачем тебе в одиночку приходить в такое опасное место? В самом деле? Что ж, боюсь, я тут ничем тебе не помогу. Чтобы сделать что-то полезное, мне нужен кристалл, а у меня его нет. Тебе удалось найти? Да как же? Это он! Это он! Не знаю, кто ты, но тебе только что удалось спасти этот проект. Кстати, а кто ты? В самом деле, Савос нас даже не принял, когда мы к вам пришли. А теперь вы хотите чего-то от меня? Мне это не очень нравится, скажу я тебе. Но тебе удалось спасти мою шкуру, так что я постараюсь забыть о прошлой обиде. Идем, я все объясню по дороге. Неважно, что сказал Гаврос. Я первый это придумал. Когда я вернусь, совет об этом узнает. Это я придумал использовать эту... акулаторию. Не знаю, как ее называли двемеры,
наверняка как-то совсем непроизносимо. Сена? Исследования показывают, что... А ты еще откуда? Эти приборы были сделаны для того, чтобы собирать звездный свет, а затем, точно не знаю, как-то расщеплять его. Это я придумал заменить один из главных элементов нашим фокусирующим кристаллом. На это ушли месяцы наложения чар. Будем надеяться, что в этот раз все сделали правильно. Тебе от меня что-то нужно? Ты... До встречи. Впечатляет. Я рада, что ты со мной. Не правда ли? Сколько труда было вложено, чтобы запустить его снова? Я лишь надеюсь, что дело того стоило. Помести кристалл в центральный аппарат, и мы начнем его фокусировать. Кристалл нужно сфокусировать. Его создали слишком далеко отсюда. Мы знали, что нужно будет вносить коррективы. Нагрев и охлаждение заставляют кристалл увеличиваться и уменьшаться, что, в свою очередь, влияет на прохождение света через него. Тебе нужно будет использовать заклинание. Раз ты из коллегии, наверняка ты их уже знаешь. Тут где-то должны лежать учебники для начинающих. На случай, если у вас уровень обучения еще хуже, чем я слышал. До встречи.
это... Это совсем... Совсем не то, что должно было... Эта проекция должна светиться, как ночное небо. Откуда-то исходят невероятные помехи. Похоже, они идут из Винтерхолда. Что ты делаешь? Это что, попытка сорвать мою работу? Так в чем дело? Что вы наделали? Вы хоть знали, чего мы добиваемся? Ты хочешь убедиться в том, что ваш план сработал, и все наши усилия пошли прахом? Ну так объяснись. Ты и твоя коллегия погубили годы моего труда. Моих коллег и друзей убили фалмеры, а ты просишь меня успокоиться? Как тебе это удалось? Но вы там что-то делаете. Нет другого объяснения. У вас там что-то есть в коллегии, не так ли? Что-то очень могущественное. Настолько, что я даже затрудняюсь высказать предположение. Что это? Око Магнуса? Что ж, если я прав, как интересно. Да, посох. Любопытно. Я не могу объяснить подробнее. Это означало бы выдать множество тайн, которые Синод вызнал за многие годы. Кроме того, я сомневаюсь, что ты все поймешь. Не случалось бывать в планетарии, что в имперском городе? Именно там родилась эта идея. Мы создаем проекцию не только неба, но всего Тамриэля, а затем фокусируем латентные энергопотоки, чтобы наложить их на позиции. Важно то, что наша конечная цель — открыть нам источники огромной магической энергии. Исключительно для того, чтобы защитить Империю, разумеется. И все-таки нам открылись только два места. Одно из них — ваша коллегия. Второе? Что ж, это может быть только Лабиринтиан. Итак, маг из Винтерхолда, несмотря на твои усилия, я выиграл у тебя в твою же игру. Даже если это все вранье, я знаю, что у вас есть что-то в Винтерхолде. Что-то, чем очень заинтересуется Совет Синода. Ну и ладно. Иди в Лабиринтиан, ищи свой посох. А я вернусь в Сирадил и представлю свой отчет Совету. Ты еще нас услышишь, уверяю тебя. Ну, да, возможно. Я имею в виду, да, несомненно. Но сейчас это не важно, потому что я знаю, вы прячете в своей коллегии нечто еще более ценное. Совет об этом узнает. Он выяснит, что вы затеяли. Я полагаю, что нашел тут больше, чем мог надеяться. Твои уловки не собьют меня с толку. Мы закончили? Тебе удалось немало сделать, но худшее еще впереди. Немедленно возвращайся в свою коллегию. Тебе придется действовать быстро. Прими вызов и узнай, на что ты годишься. Ты на верном пути, и ты победишь.
Зарга слышал про посох Магнуса. Когда ты закончишь с ним, может, ты позволишь Джзарга взять его ненадолго? И как? Они замечательные? Ой, нет, так не должно было быть. Но Джзарга рад видеть, что ты в целости и сохранности. Ты теперь его лучший друг. Джзарга этого не забудет. Ладно,